Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня экономическая игра в Telegram Bot. Называется Goblin Mine. Кого заинтересует, перейдя по ссылочке, кликните play, запустить. Загружается игра. И попадаете вот такую страничку, здесь у вас будет запустить, вы запустите, как бы будем здесь прокачивать майнер вот этот. Значит, что у нас здесь, я, у меня вот идет прибыль май, вот этот посерединке, кликаю собрать, все монетки у меня собрались. Видим, да? При регистрации дается 10 тысяч вот этих коинов. И вот с этих 10 тысяч мы начинаем тут играть абсолютно без вложений. Значит, вот это у нас не кликабельно еще, как бы игры, экспедиции. Вот начинаю отсюда, друзья, и другое. Сейчас будем разбираться. Я вот, по сути сказать, знаете, вот в этих играх, в телеграм-ботах и у всяких аэродропах новичок. Разбираюсь сама как бы методом тыка. Вот у меня вот везде вот эти игры, как бы я еще захожу в них, да, как бы играю, но как бы дохода еще и нет. Потому что аэродроп, сами понимаем, то, что это долгосрок. Ну а игры у меня вот одна прибыль, вот Космомайнер. Тоже я захожу, я уже и выводила, у меня уже почти минималка на вывод есть. Ну вот как-то так. Значит, давайте смотреть, что он нам дает. Так, запустите вот этот майнер, потом будем заходить, собирать. Так, шахтера кликаем. Вот этот шахтер нам у нас первый. Так. Далее. Что у нас здесь? Вот эти монетки у нас. За эти монетки мы как бы будем собирать. Кликаем на первую вкладочку. Видим, синеньким горит. Вот это можно покупать. Да? Я тут уже что-то прикупила. Значит, шахты. Так, покупаем, уровень повышен. Потом что еще? Вот это можно, наверное. Что это? Сейчас посмотрим, тоже повышен. Так. Давайте еще кликнем. Тоже повышен. Ага, и отсюда списываются, видим, да? Монетки. Далее идем. Инвентарь. Тут мы покупаем тоже инвентарь всякий. Значит, давайте купим вот этот, купим. Потом вот этот возьмем. Все, видите? Вот этот. Вот этот купим. Так, ладно. Вот этот еще можно купить, как бы. Ну, потом вот сюда. Теперь тележку. Вот здесь тележку за 5000. Купить. Купила. И следующая уже тележка стоит 20000 вот этих монет. Как видим, мне мало. Так. Как наберется, можно прикупить вот эту тележку. Возвращаясь в инвентарь. Ага, вот эту я еще не купил. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Этот. В общем, все делаю. Не задам тык. Так. Здесь у нас что? Вот это. Покупаю. Видите, да?
Возвращаюсь. Активный. Еще можно купить гоблинов. Вот этих можно прикупить. Смотрите, видите, персонал. Кликаем, купила. Активный. Первый у меня был. Вот этот активный. Вот этот активный. Вот. Вот по этим вкладочкам я вам показала. Вот. И вот это что-то. Давайте кликнем, посмотрим. Успешно открыли персонал. Ага. Значит, смотрите, да? Я еще открыла вот этот. Сколько у меня? 2800. Давайте прикупим это. И, ага. Необходимо. Инвентарь кирка, второй уровень. Где у нас там инвентарь? Этот можно прикупить. В общем, как-то так. Это 20 шахты эти. В общем, она покупала этот. Ладно, давайте вернемся в майнер. Что у нас здесь? Видите, меня уже как быстро начал майнить. За сутки уже 15 000 у меня будет. Залежи в сутки. Вот. Емкость лишь 5 000. Так, ну ладно. Улучшить. Что там здесь? А улучшить это вот эти. Так, ладно. Друзья. Находится реферальная ссылочка, копируем. Ссылочка копируется автоматически. 3 уровня рефералка. Далее другое. Здесь у нас что? А, так, где у нас тут моя игра? Вот она. Дорожная карта. И здесь вот у нас... Так, переводим на русский. Дорожная карта. Здесь также можно совсем ознакомиться. Докажите свои стратегические навыки. Тополя, значит... Как играть это все можно прочесть. Партнерство мы вознаграждаем. Белая книга. Вскоре будет у них бумага. Так. Далее. Дорога. Так. Реферальная гонка у них какая-то здесь. Не знаю, что это тут такое. В общем, подробнее можно прочесть и ознакомиться. Есть также у них баунти-программа. Значит, что у них здесь? Ага, сделайте контент на игру, опубликуйте его в любых социальных сетях и вознаграждение до 200 тонн. Здесь ссылочку. Так. Ставьте ссылку как бы и отправить информацию, отправить баунти. Такая фигня. Тоже можно попробовать. Значит, скоро у них будет аэродроп. И, ну, видим, да, что он еще пока недоступен. Обмен. Значит, на балансе у меня, естественно, все по нулям. И здесь курс 1 монета. Вот такое количество тонкоинов. В результате обмена вы получите 2 тона. Так, а здесь вывести на кошелек. Кликаем. Ну, у меня здесь все как бы по нулям. У меня вот это сильвер, вот это по нулям скоро будет. Так что, а здесь что? Укажите кошелек для вывода средств. Давайте укажем кошелек. Вот так вот.
Я его скопировала, как бы. Подтвердить. Error. О. И что это? Ладно. Еще значит. Копируем. Сейчас попробую еще раз. Может, еще рано? Что-то грузит. Error. Ну и ладно. Нет, так и нет. Значит. Не будем пока сохранять ничего. Это потом все. Ну вот как-то так я вам показала. Хотите, заходите, хотите, не заходите. Так, как говорится, дело каждого. Собрать прибыль. Вот. Обновить страничку. Давайте обновим. Вот. Ну, в принципе, и все. Здесь вот музыка, наверное, есть выключена. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!